Москве состоят на учете примерно 3000 больных активными формами туберкулеза. Такие данные приводят в противотуберкулезном диспансере. Более 15% больных относятся к лицам без определенного места жительства, нарко- и алкозависимые. Для профилактики туберкулеза в республике действуют 4 школы и детские сады санаторного типа. Стоит отметить, что туберкулез считается одной из главных причин высокой смертности во всем мире. В Туве, несмотря на планомерное снижение в последние годы заболеваемости туберкулезом и смертности от него, эпидемическая ситуация все еще остается напряженной. Чтобы снизить печальную статистику, медики проводят профилактические мероприятия, рассказывают жителям, что нужно делать в случае выявления болезни, и рекомендуют раз в год в обязательном порядке проходить флюорографию. Республика Тува для выявления, активного выявления туберкулеза легких обеспечена достаточно флюорографической аппаратурой. В каждом рентген-кожуне имеется стационарная флюорографическая установка. Кроме того, для обследования сельского населения перед поселков в рентген-флюорографическом отделении туб-диспансера имеются передвижные флюорографические установки. 3 пленочных, 1 цифровая. Эти для спокойствия населения, чтобы это нужно пройти один раз в год флюорографическое обследование. При сельских населении, когда приезжает передвижная флюорографическая установка, а для жителей райцентров и города Кызыла необходимо просто посетить рентген-флюорографический кабинет обязательно раз в год. Это самое, потому как у нас заболеваемость в республике Тыва высокая. 2017 год – 75-летие Сталинградской битвы. Долгих 6,5 месяцев длилась битва за Сталинград. Именно она стала переломным периодом в истории Великой Отечественной войны. Найти останки и увековечить память погибших солдат в Волгоградскую область съехались представители Красноярского края, Республики Саха, Якутия, Республики Татарстан, Екатеринбурга, Оренбурга, Волгограда и Тувы. В экспедиции в составе поисково-спасательного отряда «Дуза» приняли участие 9 студентов Тувинского госуниверситета. При раскопках мы обнаружили останки погибшего солдата из Красноярского края. Мы раскопали и вместе подняли вместе с ребятами из Волгограда, с города Волгограда самого. Как мы знали, у этого солдата рядом с останками лежал стакан с фамилией, ну и с инициалом. Раскопки производились в местечке, расположенном вблизи поселка Рассошки Волгоградской области. Место экспедиции было определено не случайно. В этом поселке находится военно-мемориальное кладбище. В ходе поисковых работ они находили останки солдат, снаряды, боеприпасы, противопехотные мины, автоматы и так далее. Наши студенты узнали, как люди там воевали, окопы, блиндажи, траншеи. Мы это видели своими глазами воочию. Сами все раскапывали. Нам опытные руководители, опытные товарищи нам все подсказывали, все, что как было. Вот так мы и узнали, почувствовали дух войны, как это было. Ну, это страшно. Так это не передать словами, надо видеть, чувствовать. В рамках реализации программы «Ты предприниматель» Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва провело региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Содействие развитию молодежного предпринимательства на территории страны и выявление и поощрение молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет является главной целью проекта. Так, в его рамках с 1 марта Министерство молодежной политики и спорта Республики объявило конкурс на гранты правительства региона, размер которых может достигать 300 тысяч рублей. На защите проектов были поддержаны и приоритетные направления, в частности для экологии региона. В целом отрасль туризма на следующий год она будет развиваться очень сильно, и ваш проект очень важен. Жители республики начали получать налоговые уведомления на уплату имущественных налогов. Напомню, что до 1 декабря необходимо заплатить налоги за квартиру, машину и земельный участок. В Туве увеличился транспортный налог. В частности, налоговая ставка увеличилась для легковых автомобилей с мощностью двигателя от 150 лошадиных сил, для автобусов и грузовых машин. Также уведомления с увеличенной суммой налога начали получать владельцы квартир и домов в Кызыле. Пенсионеры тоже платят налоги. Отметим, что до 2015 года они освобождались от уплаты, а с 2015 года льгота по налогу предоставляется для пенсионеров в отношении одного объекта. Например, только по одной из двух квартир. Для получения льготы нужно обратиться в налоговую с заявлением. И информация о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 77 копеек, а евро 68 рублей 69 копеек. Бо
Большое поступление утеплителей «Изовер» в Кызыле. Официальный партнер – магазин «Ошеан». «Изовер» обеспечивает эффективную защиту от холода и шума, повышает комфорт, экономит теплоэнергию и водостойкая. Московская, 24. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семёновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Ноутбук Lenovo с диагональю экрана 15,6 дюймов всего за 23 990 рублей. RBT.ru. Надо тебе чехол для планшета связать. Нужны деньги? Приходите к нам. Займы под залог телевизора, ноутбука, телефона и бытовой техники. Улица Кочетова, 93, торговый центр «Лакомка», второй этаж. Часто болеете и простужаетесь? Слабый иммунитет? Выход найден. Солевая пещера «Ассоль». Морской курорт в двух шагах от дома. Наш адрес: Калинина, 3/3. Застолье закончилось поножовщиной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего. 12 сентября 2017 года в одном из домов на улице Ровенск обнаружили тело 23-летнего местного жителя. Подозреваемого в преступлении задержали практически сразу. Им оказался 25-летний ранее несудимый житель села Илигест. По версии следствия, во время застолья между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку, а закончилась трагедией. Расследование продолжается. Купить билет на спектакль и концерт, не выходя из дома, Национальный театр Тувы полностью запустил электронную продажу билетов на своем сайте. Сейчас ведется обучение ответственных сотрудников театра, что обеспечит бесперебойную работу системы. Алгоритм действий прост. Для того, чтобы приобрести билет через электронную кассу, сначала необходимо выбрать заинтересовавший спектакль. Затем зарегистрироваться, авторизоваться. После этого нужно отметить те свободные посадочные места, которые приглянулись. Последний клик – оплата с помощью банковской карты. В Кызыле состоялось торжественное гашение марок, посвященное открытию второй международной выставки коллекционеров. Выставка уже второй год подряд собирает представителей из разных городов, которые, в свою очередь, проводят форум филателистов. Стоит отметить, что коллекционеры приезжают в наш регион в поисках марок Тувинской народной республики. Напомним, что всего в ТНР был выпущен 21 вид марок, от печатных, кроме так называемых дюминских, на фабрике «Гудзнак». 19 и 20 выпуски, созданные автором обелиска Центра Азии Василием Деминым, пришлись на военные 1942-1944 годы и были отпечатаны в типографии газеты «Тувинская правда». Кроме выставки филателистов, на международном форуме коллекционеров будет организована выставка-ярмарка, на которой будут представлены разные предметы коллекционирования, собрание антиквариата, имеющие как культурно-историческую, так и реальную материальную ценность, а также предметы собирательства. Начинающие коллекционеры и любители могут получить консультации. Маленькая традиция, да, на которой требуется продолжение своего развития. Прекрасных экспонатов, прекрасных экспозиций, которые уже сегодня представлены на этом мероприятии. Еще раз большое спасибо. Благополучие, процветание каждому из нас. Спасибо большое. Время быть здоровым. Спортивный комплекс имени Ивана Ярыгина набирает детей для занятия борьбой хурэш-сумо. Тренер, преподаватель, мастер спорта по сумо, чемпион Европы среди юношей, чемпион мира среди юниоров по сумо на Чинмаге. Также идет набор учащихся в секцию плавания. Тренер-преподаватель Дангак Сайнбелек. При себе имеет медсправку, купальник, шапочку, сланцы, банные принадлежности. Справки по телефону 2-16-16. В ближайшие сутки в Кызыле ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем +21, +23 градуса, ночью +3, +5. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране пасмурно, температура воздуха утром +6, днем +10. В Радане ожидается такая же погода. На полке в Тынзыбее тоже пасмурно, температура утром +4, днем +7, +8. По всей трассе проезд удовлетворительный. Хорошая новость для кызылчан. В самом центре города открылась новая кофейня «Бодрый день». Вкусный кофе поможет зарядиться энергией по пути на работу или учебу. Кроме того, в честь открытия для гостей приготовили приятный сюрприз. В заведении действует акция при покупке одного стакана кофе, второй в подарок. Кофейня «Бодрый день», здание бизнес-центра гостиницы «Кызыл». Акция действует до 16 сентября 2017 года.